and didn't know just what was wrong with me. Oh, till you kiss, help me name it. Now I'm no longer doubtful what I've been living for, 'cause if you make me happy, you don't need to do more. 'Cause you made me feel, you made me feel, you made me feel like a natural woman. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мари Сотер. Это что, пианино? Не знала, что он играет на пианино? Прекрасно. Замечательно. Какое прекрасное начало со всем этим придыханием. Димаш интерпретирует это все очень драматично. И мне нравится, как он использует свое вибрато, как хорошо он его обозначает, медленно перемещая воздух. Конечно, он делает это намеренно. Он как бы играется со своим голосом, выдвигая звук вперед и затем отступая. Даже в том месте, где он перескочил на октаву выше. Этим он уже нам показывает широту своих владений, этого вокального раздолья. И это никак не вредит самой интерпретации. Облокотившись на пианино. Классно, что слова песни на экране. Слышали это дыхание? Хорошо. Димаш так тронул меня. Сейчас его голос в более удобном месте. Я думаю, это его родной диапазон. Более классическая настройка. И здесь он использует немного другой резонанс. Интересно то, что он поет в миксе и затем так плавно возвращается в классику. И делает это на раз. Как за кофе сходить? И он делает это посреди фразы. На одном дыхании. Ох, я аж прям не знаю, что сказать. Это великолепно. Вы заметили, как хорошо он ладится своим голосом? Как он выдвигает свои гласные? И это сразу же вызывает у всех трепет. Видели, как все резко встали и зааплодировали? Much. I know I've got everything.
опять на одном дыхании. Слышали? Лепота, лепота, лепота. Дивная, открытая, гласная. Как сладозвучно. Когда он поет вот эту фразу «Your life», он использует головной микс и выдвигает свой голос. И затем, в этом же диапазоне, он меняет свою голосовую настройку и получает это темное звучание. Несмотря что обе ноты высокие, он делает вторую темнее. Это же такой интересный выбор. Я сейчас вернусь назад, и вы поймете, о чем я. Вот сейчас. Вот сейчас. И он тянет ее. Снял. Какая открытая гласная. Посмотрите на его рот. Совершенство. Это было настолько волнительно. И у меня нет слов. Но вот что я скажу. Какой же он все-таки артист? Я вот что хочу о нем сказать. Ему удалось соединить идеальную вокальную технику с эмоциями, потому что он все поет в точку. Он не делает это наугад. Все выглядит ровно так, как запланировано. И при этом он не теряет эмоцию. Он не звучит натянуто. Или как робот. Бывает же такое, когда столько всего хочешь сделать, и из-за этого теряешь дух самого выступления. Но это точно не про Димаша. Он поет с душой. И при этом технически идеально. Но что тут добавишь? Остается только ему поаплодировать.